Добрый день. Вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Вопросы веры». Для вас работают мои коллеги и я, Наталья Зыкова. В Пензенской духовной семинарии состоялась 9-я международная научно-практическая конференция, посвященная увековечению памяти новомучеников. И сегодня мы поговорили с одним из докладчиков, гостей нашего региона, доктором церковной истории, кандидатом исторических наук, профессором православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, священником Александром Мазыриным. Конференция этого года посвящена столетию подвига новомучеников и исповедников при изъятии церковных ценностей. Насколько тема этой конференции важна и актуальна сегодня и не только для церкви, но и для нашего общества в целом? Это был один из важнейших этапов развития богоборческой политики советской власти. Хотя гонения начались сразу же, можно сказать, с первых дней советской власти. Но в 22-м году они уже стали в центре внимания высшего партийного руководства. Даже если посмотреть повестки заседаний Политбюро, видно, что эта тема становится одной из главных. То есть именно борьба, уничтожение церкви. Изъятие церковных ценностей было лишь поводом, прикрываемое борьбой с голодом. Действительно, мы теперь знаем, что ценности изымались совсем для других целей, ничего общего не имевшего с спасением голодающих. Вот, власть просто прикрывалась этой народной бедой для решения своей стратегической цели – уничтожения православной церкви. Отец Александр, а насколько достоверно сегодня известно, куда именно были направлены как раз эти средства, полученные в результате изъятия церковных ценностей? Сейчас уже досконально все выяснено. В наиболее общей форме цели и задачи были сформулированы в печально знаменитом ныне письме Ленина, которое все цитируют, где четко обозначаются две главных цели – взять в свои руки как можно больший денежный фонд для разного рода хозяйственной, государственной и прочей работы внешнеполитической, но никак не для спасения голодающих. И, пользуясь кампанией, как писал Ленин, как можно больше реакционного духовенства расстрелять, проучить эту публику так, чтобы ни о каком сопротивлении они не могли думать в течение многих десятилетий. Это как бы такие две главные задачи. Ну, а теперь уже с изучением огромного массива документов, в первую очередь документов, связанных с деятельностью главного руководителя всей этой кампании, закулисного руководителя, председателя Реввоенсовета Льва Троцкого. Теперь уже более-менее выяснено, как это все делалось практически. Выяснено и куда пошли средства, опять же, совершенно не на спасение голодающих. В основном они пошли на нужды монетной чеканки. Ну, собственно, Политбюро изначально и затевало всю эту кампанию для того, чтобы пополнить государственный золотой запас для нужд денежной реформы. В общем-то, это и было проделано. Уже выяснены точно суммы, все это движение прослежено. Сейчас в нашем университете Свято-Тихоновском готовится большая монография, наверное, под 1000 страниц нашего научного сотрудника, священника Сергия Иванова, «Святой Патриарх Тихон и кампания изъятия церковных ценностей». Вот там будет с предельной детальностью все это раскрыто. Причем именно на ранее неизвестных документах. Ну, частично известных, но частично только-только вводимых в научный оборот. Какую позицию заняла Православная Церковь и Патриарх Тихон по отношению к сложившейся ситуации с голодом внутри страны? Насколько активно Церковь поддерживала население?
Понимаете, в чем проблема? Патриарх Тихон с самого начала выражал готовность максимально поспособствовать помощи голодающим именно по церковной линии. У русской церкви был очень большой опыт еще с дореволюционных времен, собственно, голодные годы случались и раньше в Российской империи. Был большой опыт, как помогать голодающим, как собирать средства, как на них закупать зерно, доставлять их в голодные районы, распределять. И патриарх Тихон предлагал советскому правительству помощь и просил власть легализовать церковный комитет помощи голодающим. Причем это происходило вот во второй половине 21-го, начале 22-го, время, когда самый страшный голод царил в стране, когда миллионы людей умирали. Но правительство, вопреки любой логике, вопреки какой-либо гуманности, не давало церкви разрешения развернуть эту кампанию. И это может вызвать недоумение, почему же. В общем-то, в церкви были предметы драгоценные, которые она могла пожертвовать. Ну, например, подвески икон, порой довольно дорогие, без которых церковь спокойно могла бы обойтись, и на которые реально можно было закупить продовольствие, поставить это все голодающим. Но власть не давала разрешения церкви действовать самой. По той простой причине, что власть считала, что все, что у церкви есть, оно церкви уже давно не принадлежит. Еще в соответствии с первыми декретами советской власти, декретом об отделении января 1918 года, все церковное имущество было объявлено собственностью государства. Поэтому большевики уже это все посчитали как свое, и для них вопрос стоял только лишь как в практическом плане наиболее удобно это взять в свои руки. Как бы из одного своего кармана в другой переложить. Так это с их точки зрения выглядело. Поэтому они и слышать не желали ни о каких церковных пожертвованиях. По их мнению, церковь ничего жертвовать не могла, потому что у нее уже ничего не было. Вот. Они выжидали удобного момента. Вот когда крестьянство в конец обессилит от голода, вот тогда приступить к этому практическому изъятию. Ну и, собственно, это они и сделали в конце зимы, весной 22-го года. Можно ли сегодня сказать о том, насколько активно население страны поддерживало политику изъятия ценностей у церкви? То есть, насколько высоким или низким был градус вот сопротивления простых граждан? Сопротивление, это важно подчеркнуть, не носило насильственный характер. И патриарх Тихон, осуждая политику власти как святотатство, не призывал ни к какому ответному насилию. Он выражал моральную оценку всего происходящего и каноническую. И население, оно тоже, конечно же, ощущало, что вопреки пропаганде церковные святыни изымаются совсем не для спасения голодающих. И на местах приходы, они не выражали сочувствия вот этой линии правительства на изъятие храмовых святынь. Но, как правило, все-таки прихожане вынуждались подчиняться этой политике. И только когда уже вот это глумление над святынями приобретало демонстративно вызывающий характер, это могло провоцировать
прихожан на какие-то резкие высказывания или даже где-то пытались не допустить эти комиссии. Ну, вот самый громкий случай произошел в Шуе в марте 22 года, где по набатному звону верующие заполнили соборную площадь и первоначально не допустили святотатцев производить изъятия в храме. Но власть использовала тогда самую грубую силу. Просто этих верующих расстреляли из пулеметов. Вот. Поэтому здесь сложно было как-то выражать протест. Власть жесточайшим образом эти протесты пресекала. Даже словесные протесты. Ну вот, например, в Москве на Патриаршем Троицком подворье в момент изъятия один насельник подворья, иеромонах Макарий Телегин, был крайне возмущен тем, как это происходило, и побежал в покое патриарха со словами «грабители все взяли». То есть он не пытался как-то противодействовать, но просто вот у него вырвался такой крик. А в этот момент в этих покоях уже сидели чекисты. Его мгновенно арестовали, судили и расстреляли. Вот только вот за одну фразу. За то, что назвал представителей власти грабителями. Этого было достаточно. То есть подавление, протест было крайне жестким. Ну, в общем-то, это соответствовало призывам Ленина как можно больше стрелять. Правда, в силу борьбы советской власти за мировое признание ленинские соратники в полной мере последовать призыву своего вождя как можно больше расстреливать в тот момент не смогли. Иначе трудно было надеяться на то, что советская власть будет как-то кем-то признана. Если бы они так вот, как хотелось Ленину, залили бы всю Россию кровью церковных людей, реакционного так называемого духовенства. Вот, поэтому по сравнению с периодом гражданской войны расстрелов, казней было сравнительно немного. Если тогда счет шел на многие сотни и тысячи даже казненных в годы гражданской войны, то вот в период кампании изъятия официально по приговорам было расстреляно около 50 человек. То есть по большевистским меркам, можно сказать, всего лишь. Хотя мы понимаем, что и это, конечно, было страшное злодеяние, но вот на фоне того террора, который большевики творили до и после, это сравнительно немного. То есть вот этот ленинский призыв, как можно больше расстреливать, он не был воплощен в жизнь. Но это вопреки Ленину и его подельцам. Просто так сложились обстоятельства. Но в то время большое число духовенства и мирян уклонилось в обновленческий раскол. Вот на ваш взгляд, в двух словах, если можно так сформулировать, почему же при поддержке безбожного правительства у обновленцев не получилось создать нормальное с точки зрения советской власти церковное управление, лояльное к той же самой власти? Ну, с точки зрения советской власти им как раз удалось. Собственно, для чего власти нужны были обновленцы? Эта идея, ну, тогда они еще не назывались обновленцами, по большей части, но идея задействовать часть духовенства для разложения церкви изнутри, она родилась еще в первые годы советской власти в чекистской среде, вот где-то с 19-го года органы ВЧК стали уделять особое внимание вербовке среди духовенства и даже отдельных архиереев своих секретных агентов. Вот. В 22-м году на волне этой кампании изъятия
фактически второму человеку в партии после Ленина в тот момент, Троцкому, пришла в голову идея произвести в церкви полномасштабный раскол, уже не единичных каких-то агентов вербовать, а сформировать собственное такое просоветское крыло, с его помощью уничтожить тех, кого власть в церкви считала своими главными врагами, то есть патриарха Тихона, его сторонников. Но не для того, чтобы на место прежней, как выражался Троцкий, черносотенной церкви пришла обновленная советская церковь. Ни в каком виде большевикам была не нужна. Эти обновленцы, они были лишь инструментом, своего рода расходным материалом. Вот они должны были помочь власти уничтожить наиболее ревностную часть духовенства, епископата, активных мирян, должны были подменить собой церковь, а дальше на следующем этапе власть намеревалась покончить и с ними, с этими обновленцами. И, в общем-то, более-менее этот расчет власти, он оправдался, духовенство было расколото. Подавляющее большинство верных тихоновцев и среди епископов, и священников подверглось репрессиям по доносам этих обновленцев. Вот. Но неудача всего этого замысла, она проявилась в том, что народ за этими церковными иудами не пошел. Что было совершенно естественно, поскольку заниматься так называемой борьбой с церковной контрреволюцией, то есть непрерывно доносить, требовать казни своих же собратьев, эти обновленцы должны были открыто на разного рода показательных процессах, в прессе. То есть все прекрасно видели, что это за люди. И, конечно, ни малейшего доверия к ним со стороны верующих не было. И в итоге получилось так, что раскол благодаря террору, который был обрушен на духовенство, духовенство расколол, но массы верующих расколоть уже не смог. И в итоге это заставило большевистское руководство менять тактику. Патриарх Тихон был освобожден, и уже дальше вот эти вот шаги по разложению церкви изнутри, они уже стали еще более изощренными. Уже патриарху Тихону власть стала пытаться навязать такие действия, которые должны были оттолкнуть от него миллионы верующих. Но это не очень-то получалось у власти. Какие уроки мы можем и должны для себя сегодня извлечь из этой трагедии, которая постигла нашу страну в начале 20 века, и в частности из этой святотатственной кампании по изъятию ценностей у православной церкви? Главный урок тот, что церковь сильна своим внутренним единством. Единством иерархии, рядового духовенства и, самое главное, народа Божьего. Вот, когда такое внутреннее единство есть, когда широкие церковные массы чувствуют ответственность за судьбу церкви, тогда любым гонителям, под какими бы лозунгами они ни выступали, справиться с церковью очень тяжело. Когда церковь фактически редуцируется до одной лишь иерархии духовенства, так сказать, профессиональных служителей церкви, да, или там каких-то приходских работников, вот тогда, конечно, церкви грозит большая беда. Это такой очень важный урок, который нам надо помнить и как-то стремиться, чтобы это внутреннее единство всего церковного организма, оно не ослабевало ни в коем случае. Но ведь в те годы наверняка были как сторонники обновленческого раскола, так и приверженцы традиционной Русской Православной Церкви, как люди, которые выступали против изъятия церковных ценностей, так и те, которые были за такую политику государства.
По каким критериям сегодня православный христианин может судить о истинности или лживости того или иного лозунга, той или иной позиции, той или иной политики? Совесть людям подсказывала. Люди понимали, что и советская газетная пропаганда, и вторившая ей обновленческая пропаганда насквозь лживы, что правды в их заявлениях нет никакой. Люди это сердцем чувствовали. И наоборот, чувствовали правду в действиях патриарха Тихона и его сторонников. То есть голос совести, он был в данном случае самым верным ориентиром. Отец Александр, большое спасибо вам за интересную беседу, удачи и помощи Божией. У нас на этом все. Напомню, сегодня мы беседовали с участником международной научно-практической конференции, посвященной увековечению памяти новомучеников, доктором церковной истории, кандидатом исторических наук, священником Александром Мазыриным. Увидимся ровно через неделю на телеканале «Союз». Будьте здоровы и всего доброго.